8 июня свой профессиональный праздник отметили работники социальной сферы. По уже сложившейся традиции для них в районной администрации был проведен торжественный прием. С профессиональным праздником соцработников поздравил глава Славянского района Роман Синеговский, подчеркнув важность и необходимость их работы, суть которой – заботиться о людях и помогать им. Я вас хочу поздравить, вас, ваших коллег, с праздником, сказать вам спасибо за ваш труд, потому что ваша работа очень важна, так как она связана с людьми, которые нуждаются в поддержке, нуждаются в вашей помощи. Спасибо вам за милосердие, за доброту, потому что порой для пожилого человека вы становитесь где-то и друзьями, и близким человеком. Это очень важно, потому что пожилые люди, как правило, они многие одинокие, нуждаются и в общении, и в поддержке, и словесной, и материальной, и во всем остальном. Спасибо вам за ваш труд. Начисление субсидий и пособий, уход за пожилыми людьми и инвалидами, поддержка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сбор гуманитарной помощи для пострадавших в чрезвычайных ситуациях – все это только малая часть той огромной работы, которую выполняют работники социальной сферы. И, наверное, нет ни одной семьи, кто не обращался бы к ним за помощью. У нас по Конституции государство социальное, помимо реализации права человека на образование, на культурное развитие, на спорт и так далее – конечно, очень важное направление – это поддержать человека в данном случае. Служба вот, социальной защиты Славянского района, возглавляемая Мариной Ивановной, она считается на очень высоком счету в крае. Здесь собраны профессионалы, здесь люди работают сердцем. Вы приходите не на работу, вы приходите служить. Служение. Поэтому за это ваше служение позвольте вам выразить слова благодарности от меня лично, от депутата Закарпатского собрания края, председателя Закарпатского собрания края Юрия Саровича Бурлачева, от всех жителей Кубани. Добрые слова пожеланий и благодарности за непростой, но такой важный труд в адрес социальных работников сказал и председатель районного совета Григорий Литовко. Я хочу выразить вам слова благодарности, что вы посвятили, наверное, свою жизнь самой такой гуманной профессии, оказывать людям помощь, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Низкий вам за это поклон. Здоровья вам, любви, будьте окутаны теплом своих родных и близких. С праздником! В социальной службе Славянского района трудится более 600 человек, и каждый из них – настоящий профессионал своего дела. Галина Филина помогает людям уже 25 лет. Сначала была социальным работником, теперь возглавляет отделение социального обслуживания на дому. И без своей работы уже не представляет жизни. Я уже скипелась, сроднилась с этой работой. Уже я другого ничего не представляю. Тяжело работать с людьми и в то же время легко работать с людьми. От многих получаешь заряд энергии, который дает тебе силы для дальнейшей работы. Многие стали родными, как большая семья. Труд социального работника очень непростой. Каждому подопечному нужно найти подход, каждому помочь, а иногда и просто выслушать. У Марины Дорофеевой на попечении находится более 10 пожилых людей, которым она помогает по хозяйству, покупает продукты, платит коммунальные платежи. Она многое им отдает в виде внимания и заботы, но и многое получает взамен. Я пришла на работу, мне на тот момент было всего лишь 25 лет. Вот. И могу сказать, что меня даже мои бабушки научили многому, чему я умею в жизни. Я многому научилась у них. Какое бы ни было у тебя настроение, ты должен все равно прийти на работу, должен все равно улыбнуться, должен сказать доброе слово. Ну вот я думаю, таким должен быть социальным работник. Естественно, честным. Конечно, честным. Потому что проходят очень большие деньги в твоих руках. Покупаешь продукты, оплачиваешь коммунальные услуги, стараешься где-то что-то купить, может быть, подешевле, может быть, лучше. О людях, работающих в социальной службе, говорят, помогают сердцем, добрым словом и ласковым взглядом. Приглашенные на торжественный прием представители социальной службы района – именно такие люди. Добрые, милосердные и работающие с полной самоотдачей. От законодательного собрания края и главы Славянского района в честь профессионального праздника им были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».